самая высокая пальма оранжереи – Ливистона китайская. На латыни – Ливистона хинензис. Родина этой пальмы – Юго-Восточная Азия. Пальма может достигать 25 метров в высоту, с листьями до метра в диаметре в форме веера. Поэтому ее часто называют веерной пальмой. Как декоративное дерево культивируется во всех теплых уголках земного шара. В некоторых странах даже одичала и стала сорняком. На родине в Китае из семян получают масло, из волокон листьев плетут веревки, а молодые листья идут на салат.